перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. А если тебя кинуть семечками, ты сначала это, ебешься, а потом вернешься или как? Чего? Кто? Куда? Ну если семечки тебе кинуть, ты сначала улетишь, потом вернешься и ежать? Ооо, я насуну тебя. Пидор. И что ты запустил, блядь, стрим, блядь, стример, сука. Привет. Стример, значит. Здорово, ебать. Ебать, здорово, нахуй. Привет. Это привет. Стримеров. Привет, Ботя, привет, Дима. Вы слушаете меня? Ну, выключи звук. Ты чё? Просто, понимаешь, я тоже открыл эту хуйню, и у меня прям это... Да вы чё? Кухня чуть не поехала. Из всех? Вам это не нужно. Что? Вам не нужен звук, зачем он? Классный, как моя попка. Как пришла мысль записать совместный трек с Даней Кашиным? Короче, просыпаюсь, это, блин, на полном серьезе. Я просыпаюсь, хочу срать, и такой сижу, короче, блядь, на кровати, думаю, посрать или придумать крутой трек. И, посрал. И такой звоню, достаю телефон из-под подушки, звоню, говорю, Данил, фит пишем, пиздец, и срать пошел. Вот так. Ковер охуенный. Я, бля, очко его выкидывать, потому что, блядь, тогда... А как что, я? Дыра? Возможно, там дыра, да. Галактика прикольная штука. Да. Ну где я такой ковер найду, типа? Хотя, я, когда мы снимали клип «Факт рэп», мы познакомились с продавцом ковров, он оказался нашим слушателем. И, короче, такая хуйня, что, блядь, может быть, стоит купить новый ковер. Посмотри только. Видел Гуфу из Птаха, видел. Ну что посмотреть? Привет, ты Женя. Ты сиди стрим. Ебать, шалом. Он колесо сожрал, нет, ты что? Не употребляю наркотики. А почему? Я под лазером. Лежу. Ну, чего техника дошла? У тебя кофта упала. Бля! Провал просто, пиздец. Слесарь, да, слесарь нужен. Бля, да ебаный стыд, ну какого хуя? Без кофты, видимо, сегодня. Бля, ну положи там ролик. Чё, там собаки пошлялись по ней или что? Да. Да это пиздец просто. Просто безумие. Лучше бы мне косарь отдал. Ёбаные волки, ёб твою. Ну возьми там ролик, возьми там ролик. Да это не стыд. Ролик, это... Возьми ролик. Всё, минус пол. Ролик, возьми ролик, зови на YouTube, блядь. Да ты ее так вешаешь, конечно, она падает, для чем проблема? Нормально делать, ладно. Чё у вас тут, блядь? Сиди. Последний Мухтар, да, есть такая буква, неплохой. Ковер охуенный, смотрите, какой, заебись. Тебе девушка? Нет, у меня ничего нет, ребят. У меня парень. Есть, есть, есть. Тут сидит. Парень татарин мой. Да ничего не происходит, что тут, блядь, может происходить? Давайте, блядь. Кто расскажет какую-нибудь охуительную историю, тому плюс в карму. И хуй за щеку. Рассинхрон. Левченко знаю. Кто такая Левченко? Это та, которая не Правченко. Правченко или Шлевченко, что за хуйня? Не кряк. Не, не подписан на РИП. Ты что сегодня расслабилась? Марко. Новый релиз. Да никогда, все, я ухожу из рэпа. Я устал, я ухожу, блядь. Я решил, что...
Буду голосовать за Грудинина. Никогда не ходил на выборы, но Грудинин – кандидат от народа. Почему редко... Я не знаю, ребят, я вот сам иногда задумываюсь о том, почему я так редко бываю в прямом эфире. Я стримлю просто на Твиче, ребят. twitch.ru/sdthekink. Какой twitch.ru? Ты чё, блядь? Ну, twitch.tv, ладно. У меня там настройки, я не на сам сайт не захожу. Твич, блядь, ру, нахуй, дожили, блядь. Ой, смотрите, блядь. Анастасия Чуркина. Анастасия Чуркина без мамы. Да хватит! Женился бы на чужой Мелешке, да? Да. Чего, Милена? Трек? Спрашивают, женился бы я на Милене Чужовой. Конечно, женился бы. Кто знает, он уже женился на Милене Чижовой. Да, да. Что за эхо было такое всратое? Это... Сука, петух, выключи эхо, ёбаное. Какое? Твое ёбаное, блядь. Где вообще? Нет. Охуенная история, мой ДРТ. Спасибо вам. Кингста с мужиком в автобусе пиздился. Ну, ёбаный бобой. Ёбай-бобай просто. Что могу сказать тут? Что ты сегодня делаешь? Хуйню какую-то. Будут ли стримы до отъезда в Питер? Да. Какое сегодня число? Бля. Бля, секунду. Звук отстает, ну, блядь. Звук отстал, я нихуя с ним не поделаешь. Как самочувствие? Охуенно. Самочувствие заебись. Я нет. Или в ахуе? Я в ахуе. Камер – это ужинка. Когда риск? Они сейчас будут крякать друг на друга. Когда я не пью, братан, вообще. 19-й, да будут, будут. Я думал сегодня постримить, но вместо этого вот такая трансляция. Да, трансляция. Что? Чё? Пыхтеть пришла. 9. В смысле, часы сработали? Подожди. Их нужно выгуливать в определенное время. Но не, я думал, они их уже сработали, типа. Но кое-кто, нет. Чё, батл судил Баста? Я расскажу эту историю. Я ему звоню, говорю, Вась, так-то так, тут твои друзья батлят, посудишь, он такой, да. И писать. И посудил. Сами посудите, собственно, это вам... Не, блядь, что там, нахуй? Да. Нихуй в очке. Сука, ебало завали, блядь. Ладно, ладно. С антихайпом контакт все? Что? Что? Да, да, все, антихайп для декабря. Что достал? Заебался сидеть. Сядь на стул. Нет, стоп, привет, Андрей. Привет, Андрей. Привет, Андрей. Привет, Андрей, ну где же ты? Ну обними меня скорей. О. Тихо. Батл, хуйня, ты под пивас лучше батл. Заплатите мне 1 000 000 рублей. Я забатлю с Пашей Техником. На площадке 140 BPM Cup за 1 000 000 рублей. Бля. Не пизди, блядь. Мои деньги, мой хасл. Я совсем... Чего, блядь? Все хорошо. Не баш рыб дальше, блядь. Как отношения? Да, я набил ему ебало Мэду. Да, мы встретились, подрались. Но потом, короче, он поступил подло, потому что он мне в нож, блядь, в спину вонзил нож. И, короче, блядь, знаете, я восстанавливался потом полгода, типа, у меня до сих пор дырка вот тут. Они не видели. Со мной не поздоровался Липанико. Привет, рыжая сволочь, конечно, я узнал. Но у тебя съелись буквы последние. Так и задумано. Твой брат двоюродный? Да, да, только не двоюродный, троюродный. Я под солями, да. Ты
Че вы такие упыри? Нахуй этот с вами. Ладно, все, блядь. Как? Пока, ребята, хуйневые, блядь, пишите.